Вітаю, друзі! Ви на Фабриці Новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 27 червня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, будемо розпочинати нашу розмову із новини про те, що стали відомі 11 умов щодо нацменшин, які Угорщина висунула Україні для вступу до ЄС. Зокрема, Угорщина вимагає визнати все Закарпання традиційно угорським. Йдеться навіть і про ті частини області, де угорці історично не проживали. Угорщина посилається на дані перепису населення України від 2001 року, згідно з яким частка етнічних угорців становила 10% населення Закарпаття. Надання статусу має бути автоматичним, тобто пройти процедуру голосування місцевими радами. Також частина угорських вимог стосується політичного представництва нацменшин у парламенті. Романе Григоровичу, чи можна говорити, що це посягання на територіальну цілісність України, чи можна говорити про те, що Орбан переспілкувався із Путіним? Ну, это как минимум попытка остановить нашу евроинтеграцию. Ну, то есть они, Орбан и Арбанята, заведомо выкладывают непринимаемые нами условия, то есть там есть части, с которыми однозначно не согласится украинское общество. Естественно, украинское правовое поле, их туда загнать невозможно. Это называется невпихуемое. Вот Орбан пытается это провести. Но опять же, основная задача это не дать нам запустить механизм вступления в Евросоюз. Не более того, потому с этим Орбаном и Арбанятами надо будет поработать некоторыми методами, они ж от нас зависят и очень сильно зависят. Через Украину проходит основной поток углеводородки на Венгрию и на Словакию. Причем обе трубы, которые идут с Мозельского НПЗ, они проходят там по части украинской территории. Потому как в старой доброй кинокомедии. Не будут покупать, выключим газ. Вот такой подход должен быть для разговора с Орбаном и со всеми этими лизоблюдами московскими. Ну а правовое поле украинской конституции, оно должно быть от сяна до дона ровным, как стол. Мы уже наелись этих нацменьшин и так далее, тому подобное. Сотни тысяч украинцев легли только из-за того, что какие-то меньшины думают, что они равнее всех ровных. У нас в Украине многонациональное государство, много кровей, десятки, а может еще и сотни. У нас очень сплоченное общество, и оно абсолютно никак не ориентировано на какие-то кровные вещи. Почему? Потому что, ну, живем на пересечении дорог по несколько тысяч лет в Украине, и потому для нас эта тема, она не должна быть какой-то основополагающей при определении прав. То есть у нас права должны быть одинаковые у всех, единые, без каких-то ошметков там рядом стоящих государств. Не нравится Украина, ну едьте туда, куда вам нравится. Чемодан, вокзал и так далее. То есть это просто сейчас решается, и после сотен тысяч погибших украинцев для нас это очень важно. Поэтому я думаю, вырываем мы эту позицию, особенно когда уже военные, которые будут возвращаться с войны, будут заходить в государственные структуры, в политику, тогда выровняем это правовое поле. Не будет ни одной, никакой республики, никаких меньшин и так далее, и тому подобное. Будет ровно, еще раз повторюсь, как стол, правовое поле для всех одинаковое. В Украине независимо от крови, независимо от национальности и так далее, и тому подобное. Тогда это будет нормальное и правильное государство, отношение к людям. А если кто-то хочет обособиться, допустим, посчитать, что это какой-то избранный народ, так, ребята, это вам не в Украину, это вам куда угодно, но только не в Украину. После того, что мы пережили, у нас будут все ровные, без особенных, без каких-то избранных и так далее, и тому подобное. Я уточню, а скажіть, будь ласка, якою має бути реакція на це Україна? Ну, на даний момент, а яка реакція у нас на Орбана?
Ну, мы же понимаем, что такое Орбан, что такое его тема в Европе в том числе. Ну, с курсом русского корабля, какая по курсу русского корабля, другой реакции не должно быть. Вопрос, допустим, о вступлении в Евросоюз. Здесь дипломаты поработают, я думаю, политики поработают при вступлении. А после того, как вступим, поверьте, будет ровное, как стол, правовое поле в Украине. Это ж не войдет в Конституцию. В Конституцию никто не полезет. Романе Григоровичу, сьогодні відбудуться дебати у Сполучених Штатах Америки між Байденом та Трампом. Звичайно, ми завтра це також проговоримо з вами в ефірі, але сьогодні все ж таки, от що вже пишуть ЗМІ про те, що, ну, якби є питання до того, чи зможе півтори години провести ці дебати Байден, так, враховуючи вік, крім того, враховуючи свій стан. От і також пишуть, що розбіжності можуть виникнути саме через війну в Україні, а також і через події, зокрема у Газі. Ви чого очікуєте від цих, знову ж таки, дебатів в контексте войны в Украине? Ну, дело в том, что медицина сейчас на таком уровне, что уж любого дедушку там на полтора часа зарядят так, что будет как молодой жеребец. Главное, это поменьше ему народа к нему подводить. То есть здесь это как раз не проблема, то есть решат этот вопрос, потому мы увидим дебаты, в принципе, двух претендентов, которые будут играть на определенных противоречиях. Так сама политическая структура построена. Если, грубо, один за, то второй должен быть против. Один за черное, другой за белое. Ну и так далее, и тому подобное. Потому мы увидим как раз в течение суток увидим вот такое политическое шоу. Это не программа действий. Это просто политическое шоу, на которое будут обращать внимание весь мир однозначно. Весь мир, потому что это два человека, которые предположительно, еще раз повторюсь, предположительно могут быть претендентами на президентское кресло. Еще ж ни один, ни другой не выдвинут ни одной, ни другой партии. Еще многое может произойти, и мы, может, не этих двух господ увидим претендентами на кресло президента Соединенных Штатов. Потому в июле, по-моему, с республиканцев должен быть выдвижение, а уже в августе у демократов. Потому первым это будет под вопросом Трамп, а уже вторым под вопросом Байден. Еще раз повторюсь, еще может многое измениться. Но, тем не менее, мы увидим в течение суток, на каких противоречиях будут играть один и другой кандидат. Причем, еще раз повторюсь, это не программа действий после выборов. Это предвыборная манипуляция сознанием, не более того. Каждый будет напичкан под один или другой вопрос. Касательно нас, ну, Байден будет пытаться стоять за Украину, Трамп будет пытаться стоять за Америку. Ну, вот примерно так это будет выглядеть. А дальше уже нюансы. Завтра мы с вами про нюансы эти поговорим, кто что имел в виду. Ну, а по Газе тут тоже, в принципе, вопрос понятен. Почему? Потому что сейчас уже видно всем, что практически год продолжается геноцид палестинского народа армии Израиля. И причем не просто геноцид, а еще и с захватом территории. И как здесь Белый дом себя будет позиционировать, очень интересно вот посмотреть, как Байден будет отбиваться от этих вопросов. Трамп их будет однозначно задавать, и вот как раз в контексте этого геноцида. Скорее всего, будут вопросы по Китаю, вопросы будут по Ирану, ну и так далее, тому подобное, по Тайваню. Посмотрим, то есть разложат, в принципе, большой вопросник, естественно, ответы. И, ну, еще раз повторюсь, это не программа действий. Вот все, что будут в течение суток, ну, то есть на дебатах в течение этих полутора часов говорить, это только предвыборная кампания, не более того. Программа действий может быть совершенно другой. Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати результати соціологічного дослідження. От, зокрема, мова йде про те, що перемога України у війні проти Росії вірять наразі понад 80% наших громадян. І це опитування проводив Центр Разумкова з 6 по 12 червня. За півроку також побільшало тих, хто вірить, що перемога настане до 2025 року. Частка таких зросла з 20% до 24%. Роман Григорович, чи є для цього передумови на сьогоднішній день? Те, що бачите ви? Ну, то, что народ Украины однозначно за победу, настроен на разгром российской армии, на восстановление территориальной целостности, ну, это, в принципе,
априори так должно быть в любом государстве, которое считает себя государством. Потому ничего здесь, так сказать, нет необычного какого-то. Процент, да, процент довольно-таки серьезный. Почему? Потому что, ну, в среднем, в основном, до двух третей высказывают такого рода мнение по всем остальным государствам. У нас довольно-таки серьезный процент, три четверти, больше. То есть это как раз настрой на победу. Настрой на победу нацийный, то есть нация настроена на победу над Российской Федерацией. То есть здесь положительный, естественно, положительный момент. По поводу 2025 года, да, есть такие ожидания, но они напрямую зависят от поставляемых авиационных средств поражения. Ни одно другое направление не даст нам победы в 2025 году. Только достаточное количество самолетов, где-то в районе 120, это минимум 123 бригады должно быть полноценных, трех эскадрильных, для того, чтобы можно было надеяться на победу, на разгром российской армии в следующем году. Техническая возможность есть. Это возможность только через освобождение Крыма, то есть сначала через его оккупацию от поставок, дальше зачистку военных объектов дальними средствами поражения, перевод в серьезный оперативный котел, оперативное окружение именно крымской группировки, вытеснение или уничтожение российских войск в Крыму. А дальше пойдет уже как эффект домино обвал российского фронта. Почему? Потому что не надо им будет ни сухопутный коридор, ни Донбасс после того, как россияне потеряют Крым. То есть у нас первый этап победы и основной, он получается и первый, и основной, это освобождение Крыма. Над этим как раз сейчас и работаем, потому вот эти видения процессов по 2025 году, да, действительно, они технически возможно, потому имеет место быть. Но полная зачистка Украины от российских оккупантов, она произойдет не раньше 26-27 года. Придется зачищать все-таки сухопутные коридоры, Донбасс. То есть это придется еще работать, но это уже не будет серьезные боевые действия. То есть это будет просто зачистка от остатков российских и пророссийских бандформирований, которые будут болтаться по части Украины. Прикордонники на Харківщині відбили проникнення напад ДРГ. Сталося це, зокрема, в районі прикордонного Сотницького козачка на півночі Харківщини. Якби це новий населений пункт, знову ж таки. Роман Григорович пишуть, ну, і Діпстейт писав та про це, і говорив про це, і генерал Мельник, про те, що ворог діє диверсійними групами. Мається на увазі, тут він хоче що зробити? Розширити лінію фронту, чи підтягує, знову ж таки, якісь свої нові резерви? Тут і вводить. Ну нет, это ничего нового. Дело в том, что россияне еще в прошлом году летом завели на границу, на северную границу вдоль Брянской, Курской и Белгородской областей две бригады грушников, то есть грушных ДРГ, так называют. А это в основном, это главное разведуправление Генштаба Российской армии. У них основная задача – это как раз работа в тылу где-то до глубины до 30 километров. Армейская разведка работает до глубины работы армейской артиллерии. То есть вот и иногда перехватываются эти ДРГ, иногда они заходят, минируют что-то, там корректируют огонь, возвращаются обратно. Мы даже этого не замечаем. Ну, в каком смысле не замечаем? Разведка. Тихо зашли, тихо вышли. То есть это у них такая задача. А иногда они просто нарываются на наши рубежи, на наши некоторые заградительные механизмы, и тогда происходит бой, либо уничтожение, либо вытеснение ДРГ за пределы нашей границы, в зависимости от тех задач, которые стоят перед нашими уже отрядами. Потому вот такие ДРГшные заходы, они ни о чем не говорят абсолютно, они происходят в течение нескольких лет, буквально последние, как минимум, по 2-2,5 года. Після відновлення американської допомоги, а також поставок, зокрема, за чеською ініціативою, ЗМІ пишуть із посиланням на джерела Генштабу про те, що співвідношення у вистрілах у нас вже наразі становить 1-3, а раніше було 1-7. Все це, Роман Григорович, про що свідчить? Знову ж таки, це дає нам можливість стабілізувати ситуацію, тримати тільки оборону, чи може тут мова йти про щось більше? Ну, при таком соотношении однозначно только оборона. Причем даже нам надо дойти хотя бы до 1-2 по обороне. Сейчас вот
один к трем, это мало, это все равно недостаточно. Да, это с увеличением там в три раза, чем было, но было очень тяжело, очень плохо. Говорят, один к семи, нет, один к десяти было. На 10 российских снарядов мы отвечали одним. То есть вот такое соотношение было. Сейчас, да, сейчас где-то есть, может быть, на 10 снарядов, там 3-4 где-то работаем уже мы, то есть увеличили в 3, раза в 3 получается. Но реально надо для того, чтобы хотя бы выйти в паритет, надо 10 к 10, 1 к 1, а для того, чтобы устойчиво обороняться, ну то есть выполнять некоторые задачи за счет географических координат или географии местности, прикрываясь некоторыми уже водными или преградами другого уровня, то тогда надо хотя бы 1 к 2. Так вот, мы еще к 1 к 2 не подошли. А надо, ну а реально это 1 к 1. А для того, чтобы выполнять наступательные операции наступательного уровня, а превышение 1 к 3 в обратную сторону. Ну то есть у нас должно быть в 3 раза больше средств поражения, чем у противника. Но это, конечно, формулы общие для планирования, для понимания процессов. Но вот для общего, так сказать, потребления где-то такие цифры должны быть. ЗМІ пишуть про те, що Кім Чен Ын дасть, зокрема, північнокорейські війська свої направить в Україну. Мова йде саме про інженерні війська. Роман Григорович, також в Пентагоні говорили про те, що за цим питанням потрібно якби пильно слідкувати. Як ви вважаєте, чи наважиться на це Кім Чен Ын? І якщо це дійсно так станеться, про що тоді свідчить це, ну, мається на увазі в російській армії, про який стан речей? Ну, однозначно он пойдет. То есть дело в том, что, скорее всего, были уже северокорейские военные при сопровождении некоторых средств поражения, которые были переданы россиянам. То есть начиная от снарядов и заканчивая теми же ракетами. Ну, КН-23 однозначно выполняли пуски те же северокорейцы. То есть они уже были, они уже, ну, может быть, на территории Украины не было их, но на территории России выполняли пуски с российской территории, однозначно северокорейцы, у них задача такая стояла, они доводили до ума эту ракету, которая, мягко так скажем, не точно попадала, не, ну, в планету она точно попадала, то есть это 100%, а уже по цели там были проблемы, вот доводка в полевых условиях, она однозначно осуществлялась инженерами северокорейскими, ну, естественно, военными в том числе. Некоторые части военные, допустим, те же инженерные части северокорейские, да, действительно, Ким Чен Ир может отправить для того, чтобы как-то разгрузить российские. Хотя непонятно сама задача как таковая. У россиян достаточное количество инженерных или железнодорожных войск для того, чтобы выполнять боевые действия. Вот чего-чего, а вот капачей у них хватает довольно-таки много. Потому, может быть, под видом инженерных войск будут переброшены на линию боевого соприкосновения какие-то части для сопровождения, опять же, тех же средств поражения, тех же ракет, новой, может быть, какой-то техники, которую еще у россиян не было, то есть вот для сопроводиловки, под видом инженерных войск и так далее и тому подобное. Мы будем их отминусовывать, сильно не разбираясь. Это северокорейцы, буряты или там якуты, или россияне, кто бы там ни был, там для Хаймарса это, в принципе, все равно. Но если будут они замечены в каком-то количестве, то, скорее всего, это даст возможность нашим партнерам, ну, уже не оглядываться на всякую реакцию России и разместить свои войска, свои части на нашей территории с передачей дополнительных средств вооружения. А Южная Корея, я так думаю, будет напрямую заинтересована в поставках нам вооружений для того, чтобы уничтожать северокорейских вояк. Чем больше они тут их уничтожат даже нашими руками, но своим оружием, тем для них же потом будет лучше на полуострове, на корейском. То есть у Южной Кореи серьезное количество есть вооружений, которые мы уже давно используем, даже вот в гибридном виде. Допустим, тот же краб польский, это ж половина самсунговской тележки, ну, системы передвижения, и британской башни, которая работает 155-м калибром. То есть Южная Корея довольно-таки неплохое государство по производству военной продукции, и она нам точно передаст напрямую достаточное количество средств для того, чтобы мы уничтожили часть северокорейских войск.
Говоримо про події, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, відомо, що площа пожежі в районі мису Чауда, в тимчасово окупованому Криму, де розташований військовий полігон росіян, і звідки РФ запускає шахеди по Україні, зросла за минулу добу і значно, і це, зокрема, демонструють супутникові знімки. На початку травня у повітряних силах говорили, що Чауда є одним з місць, звідки російська армія здійснює запуск іранських дронів камікадзе, утім не розказали, чи можуть ЗСУ туди дістати, оскільки ця інформація є секретною. Роман Григорович, так як вважаєте, можемо дістати туди чи ні? Однозначно достанем. Мы с Чауда, в принципе, может быть, под нашим контролем. Мы туда, во-первых, не один раз уже доставали, потому я немножко не понимаю, как это мы не можем, ну, то есть, если у кого-то возникает такой вопрос, почему. Чауда, мы по нему работали уже и не раз, и ракетами крылатыми, баллистическими ракетами, и беспилотниками. И там достаточное количество наших групп, партизан в том числе, и как только будет доразведана цель, по ней однозначно придет средство поражения в зависимости от наших возможностей. Говоримо про те, що чекає українців цієї осені. От, зокрема, щодо питання так електроенергії. Міненерго говорить, що електроенергію за кордон Україна не продає. І це є, зокрема, фейком. Експорту не відбувається на комерційній основі. Це навмисні фейки, що розповсюджуються, як і ПСО. Також в Укренерго говорять про те, що буде непросто. Озвучують свої прогнози, кажуть, що все буде залежати від обстрілів. З вашої точки зору, Роман Григорович, я знаю, що ви військовий експерт, але ви маєте досвід роботи саме в енергетиці. Чого чекати українців? Да, был такой опыт после увольнения из армии. Первый раз еще в прошлом тысячелетии был советником у одного из замов вице-президента концерна «Правекс», и занимались энергетикой, с Чернобыльской атомной, кстати, в том числе, и с Курской атомной, с Чернобыльской атомной, работали с «Правексом» по этому вопросу. Потому знаю эти некоторые энергетические вопросы, проблемы и цены, тем более атомной энергетики. Вот эти поднятия цены, которые сейчас произошли, они произошли на фоне не платежей как раз внутри гарантированного покупателя. То есть недостаток финансов для оплаты зеленой энергетики, оплаты поднятия денежного содержания руководителям энергоструктуры и так далее и тому подобное. То есть поднятие было абсолютно не нужно, то есть не надо было трогать эту цену в 2 с чем-то гривны. Это достаточно для того, чтобы оплатить в атомную энергетику, это как минимум. А все остальные действия, которые пытались положить, и вернее, пытаются до сих пор положить на плечи потребителей гражданского общества, это они оторваны от самих реалий. Если запускать, допустим, производство, то уничтожены в основном ТЭСы, теплоэлектростанции частных компаний. То есть это проблема ДТЭКа, а не потребителей. Это раз. Второе, теплоэлектростанции, они по большому счету уже себя исчерпали, особенно угольные, почему ДТЭК и сидит на них. То есть это их заработок по целой цепочке, они просто уже не нужны и не нужны уже давно. А так как была своя заинтересованность, то, естественно, мы не могли от ТЭС уйти. Сейчас нас самое интересное, теплоэлектростанции освободил Путин. Ну, так сложилось, в режиме такого черного юмора, можно, по крайней мере, это сказать, нет смысла их восстанавливать. Это просто ненужная тема, связанная с углем и теплоэнергией через именно эту стезю. Надо, если надо, допустим, у нас есть 15 ядерных реакторов, 6, которые сейчас в Запорожской атомной, они вернутся и никуда не денутся. Путин не знает, что с этой Запорожской атомной делать, он не знает, как нам ее обратно впихнуть. Запустить он ее не может. Технологически она завязана на правый берег, запуск этой станции без правого берега, без контроля наших систем, он просто невозможен. Там, тем более, закачано уже давно, по-моему, с 2016 года Вестингхаус, топливо, то есть ядерные сборки американские и российские, для того, чтобы их туда закачивать, они уже там несколько лет надо переделывать все. То есть для Путина важно эту станцию как-то передать, но что-то за нее получить. Скорее всего, это целый год
носятся с этой темой передачи Запорожской атомной станции под наш контроль или под контроль МАГАТЭ, ну или с контролем через МАГАТЭ, и не знают, как это все протолкнуть в украинское общество. Наши пытаются, наши политики великие, канцелярские, пытаются это, этот уже практически решенный вопрос преподать как великую победу и себя великими победителями. Ну а Путин не знает, что делать с Запорожской атомной, не знает, что, вернее, хочет за это что-то получить. То есть какой-то кусок Украины, может, еще что-то. То есть вот это сейчас торги эти идут, вот то, что мы видим в информационном поле, это как раз обратная сторона этой медали. Торги за Запорожскую атомную. Опять же, мы их быстро не запустим. Но 15 реакторов у нас есть, 9 рабочих, которые сейчас у нас есть. Этого достаточно для того, чтобы тех потребителей, которые критически важны, их поддерживать. Надо только балансирующие мощности, а для этого надо запустить газогенераторы. Причем чем больше, тем лучше. Рассредоточить генерацию, причем без участия зеленой энергетики. Дело в том, что зеленой энергетике как таковой тоже нужна балансирующая мощность. Она получается как на данный момент как такой паразит на себя вытаскивает балансирующие мощности, которые нужны для атомных станций. То есть зеленая энергетика, опять же, она, ее к нам засунули с очень большими тарифами, просто космическими тарифами, там, на порядок больше, чем ядерная. И сейчас мы космические деньги должны этим великим зеленым инвесторам, причем часть из них как раз из ДТЭК есть. То есть, и вот это поднятие цены как раз и идет на то, чтобы заплатить за эту космическую электроэнергию. Так вот, вопрос надо решать глобальнее чуть. То есть, надо запускать газогенерацию, рассредотачивать ее. Энергетики знают, что делать, если им поставить правильную задачу. Особенно энергетики, атомные энергетики. То есть те руководители нашей ядерки, которые разбираются в этой системе производства. Единственная проблема сейчас у нас большая. У нас украли Энергоатом. Те действия, которые было проведено Верховной Радой и правительством, вместе, естественно, под контролем канцелярии, вывели Энергоатом из управления практически государством. То есть ее уже корпоратизировали и готовят к продаже. Вот мы сейчас теряем Энергоатом, и тогда будут действительно большие проблемы, когда дешевую энергию нашу ядерную залезут, ну, мягко так скажем, товарищи нечистые на руку. И это будет однозначно. Подготовили уже, вывели из государственного управления. Она уже корпоратизирована. Пока еще вроде как 100% акций у государства. Раз уже есть акции, значит их можно продать, заложить, арестовать, ну и так далее, тому подобное. Через суды потом выкрутить. И мы ее лишимся. Потому для нас, у нас очень большая проблема сейчас с ядеркой. То есть ее пытаются просто украсть у народа. Под войной, то есть под давлением снаружи, под видом военных действий и так далее и тому подобное. Эти процессы уже запущены. Остановим. Я думаю, вернем мы это все обратно. А те, кто продавал нашу ядерку, нашу дешевую электроэнергию, ну, будут возвращать вот это поднятие цены со своего кармана. Не знаю, где они там будут его брать, вот это двойное поднятие цены там с 2 с чем-то до 4 с копейками за киловатт, это будет за их счет. Роман Григорович, традиційно три блиц-запитання для вас підготувала. Чи можна говорити про те, що 2024 рік для Путіна є вирішальним? Да, это один из основных сейчас у Путіна таких рубежей, которые он пытается пройти. Пытается, он его не прошел. Почему вот эти все отношения с Северной Кореей, сейчас большие проблемы у него будут на шось, в том числе и с Китаем, и впереди непонятно для Путина выборы в Белом доме, и уже Путин потерял Европу, то есть он уже это понял, он потерял Европу, остался один Орбан и недобитый Фицо, все. У него в Европе практически никого уже нет. И вопрос, вот еще последняя, это какая-то надежда у него есть на выборы в Соединенных Штатах. А после выборов в Соединенных Штатах, после того, как полностью перезарядится весь политикум мировой демократический, после этого Путину очень тяжело будет, он прекрасно это понимает. Чи вірне рішення Польщі та країн Балтії побудувати оборонну лінію на кордоні з РФ та Білорусі?
На границе с Российской Федерацией однозначно надо строить, а по Беларуси надо посмотреть. Чтобы два раза, так сказать, не строить, может быть, надо будет рассмотреть вариант строить уже оборонную линию между Беларусью и Россией. Годик бы еще подождать бы. І скажіть, будь ласка, санкції не працюють? Можна говорити так, РФ нарушує виробництво зброї чи ні? Санкції точно не працюють. Працюють тільки санкції Малюка Буданова. Всі інші, вони відірвані від реалії. Єдинственна санкція, яка буде реально працювати, це тоді, коли Росію об'являють государством-спонсором тероризму і введуть вторичні санкції на всіх участников процесса контакта с Россией, начиная от Китая и заканчивая Индией. И вот, скорее всего, из-за этого ее и не признают. Пока не признают террористической организацией Российскую Федерацию, санкции, кроме тяжелых, налаживаемых, накладываемых нашими военными, ни одна работать не будет. Они ее их обходят. Романе Григоровичу, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, дякую за детальний аналіз подій, дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Романе Григоровичу, буду вас чекати. Дякую вам. До свидання.